Нового сотрудника выбирали всем коллективом. Лаврадио Саратов подводит итоги проекта «Love DJ». Кастинг ведущих на популярную радиостанцию объявили еще 2 месяца назад. С тех пор каждому претенденту на победу пришлось хорошо потрудиться, чтобы доказать жюри, что именно его голос должен звучать на волне 106,8. Кто станет новым диджеем на Лаврадио Саратов, узнала Елена Петрова. Сегодня у нас хит-парад «Забытая семерка». Итак, на 7-м месте у нас забытая Верка Сердючка. Лида, Лида, боже-боже! Они шутят, поют и говорят о том, что близко многим. Выступление в стиле стендап – последнее задание для финалистов проекта «Лаврадио Саратов» – «Love DJ». В течение 2 месяцев члены жюри пытались решить, кого они видят в роли нового ведущего популярной радиостанции. Так как конкурс честный, мы до сих пор не понимаем, кто им станет. Мы имеем представление о человеке хорошо и правильно говорящем, потому что это очень важно для радиоведущего. Ну а уже важные и самые основные, наверное, критерии, которые были, вернее, по которым были выбраны претенденты, это красивый голос. Конкурс проходил в 3 этапа. В первом туре участникам нужно было ответить на вопросы ведущего и проговорить скороговорку. Те, кто дошел до полуфинала, показывали творческие номера. Ну а для финала 7 претендентов на победу приготовили выступление в жанре стендапа. После 3 этапов решение было достаточно сложным, потому что все конкурсанты стали для нас родными. Мы выбрали среди всех участников 2, среди которых уже окончательно принимали решение. На импровизированной сцене еще одна финалистка – Ася Чуб. Ее шутки и позитивный настрой заводят зрителей финального шоу. Через несколько минут именно ей члены жюри отдадут свои голоса. Ася говорит, теперь придется сменить профессию. Пока девушка работает врачом, но готова хоть завтра выйти в эфир «Лаврадио». Я вообще люблю заниматься разными вещами, то есть всего по чуть-чуть, ну и, собственно, училась я на врача и работаю по специальности, но в душе я творческий человек, поэтому меня всегда тянуло к каким-то творческим работам и вещам таким, поэтому я думаю, что это мое место. Уже в ближайшее время новый диджей Лаврадио приступит к работе, и голос Аси зазвучит на волне 106,8. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.